Царь-бомба на фоне ДК, железная дорога, проходящая через башню, дом со шпилем на набережной. Все эти образы родились в воображении саровского художника Юрия Шпаковского. Дословно понятие «сюрреализм» можно перевести как совмещение сна и реальности. Это направление искусства не соответствует общепринятым стандартам. Его основная движущая сила – желание художника показать иное отношение к реальности. Сюрреалисты, они сразу выплескивают то, что, и что получится, они сами не знают. То есть в этом был дополнительный интерес. То есть их творчество больше было направлено на самих себя. Юрий Шпаковский не выставлялся в Сарове 20 лет. Первую после длительного перерыва экспозицию автор назвал «Остров Саров». Логически ее можно разделить на три части – сюрреалистические картины, композиции «Слоны» и знаменитая серия «Рентгены». Графические изображения на черном фоне сам автор называет «философией в картинках». Это графика, стилизованная под рентгеновский снимок. Это придуманная такая игра. Причем такая игра с двойным, тройным смыслом. Композиция «Слоны» состоит из 7 фигур. Юрий Шпаковский называет их игрушками для больших мальчиков. Слоны выполнены из различных, порой даже неожиданных материалов. Приглядевшись поближе, в них можно разглядеть телефонную трубку, утюг и другие детали, которые, благодаря фантазии автора, создают целостный и неповторимый образ. Не случайно говорят, что работы творческого человека, они вот внутренний мир. Да? Вот на этой выставке, пожалуй, как никогда. Внутренний мир художника проявляется и открывается. Персональная выставка Юрия Шпаковского пробудет в художественной галерее до конца марта. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.